худшей, вышей, мацней. Республиканское першинство по скачках на акробатичной дорожце завершилось у Гомелі. Споборничали сборные областей и города Минска. За узнагороды змагались юнаки и девчаты 2001-2005 годов народжения. У командным заліку споборництва у сирот девчат первое место заняла сборная Могилевской в области, другое – Гомельской, а третье – Брестской. Сирот мужчин не было ровных господарам, команде нашего региона. За ее разместилась дружина Витебской в области. Сборная Минска завоевала бронзу. У особистым залику переможцем стала Диана Барановская из Могилева. Алина Швед и Катерина Юкович выиграли сребро и бронзу отповедно. Сирот мужчин первое и другое место завоевали гомельчане Владислав Лясницкий и Виктор Антипенко. Дмитрий Пищейко из Витебска стал бронзовым призером. Гомельская школа с дежур номер 4, она вообще по прыжкам на акробатической дорожке весьма имеет хорошие перспективы по юниорам. Скажем так, вот в прошедшем году, 2018, наша команда полностью состояла из Гомельской области, спортсменов Гомельской области, выступали на первенстве Европы. Надеемся, будет дальше перспективы такие же хорошие. Лепшие спортсмены отправятся у соковику на чемпионат республики.